1942 года на Южном фронте очень рано выпал снег, а после вдруг неожиданно потеплело, дороги раскисли и превратились в грязь. Именно в это время наши войска предприняли контрудар под Ростовом-на-Дону, в результате которого был освобожден этот город. И именно после этих событий у Ильи Фенкеля зародились строки песни «Давай закурим». В канун нового 1942 года состоялась премьера в исполнении ансамбля песни «Пляски Южного фронта». И пошла песня «Гулять по свету». Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту. Эти дни когда-нибудь мы будем.